Вчера состоялась наша встреча с руководством Заполярного района, с Алексеем Леонидовичем Михеевым, исполняющим обязанности главы администрации Заполярного района, значит, Олегом Евгеньевичем Холодовым. И мы договорились о следующем, о том, что мы готовим поправки в 95-й закон и на 15-й год объявляем переходный период по жилищно-коммунальному комплексу. Сержилкомсервис на 15-й год остается в Заполярном районе. По всему остальному мы сегодня лично раз убедились, что передаем в спокойном режиме, без каких-либо вопросов. Задача Заполярного района за 15-й год подготовить программу модернизации Сержилкомсервиса. Кроме того, вчера также состоялись встречи мои с Татьяной Васильевной, с Ольгой Валентиновной. Мы прошли по всему спектру полномочий. Значит, мы договорились о следующем, о том, что полномочия по созданию, по строительству, значит, созданию, там, обслуживанию полигона ТБО мы возвращаем в город Нарьян-Мар. Город Нарьян-Мар, значит, мэрия продолжает эту работу. Потому что мы, значит, долго-долго разбирались, смотрели, там проделана довольно-таки большая работа. Надеемся, что с экспертизой город вопрос решит. Значит, полномочия по земле градостроительному, ну, в общем, по всем этим градостроительным делам, мы совершенно спокойно передаем из города в округ, ждем 1 марта, как в действующем законодательстве. Значит, полномочия по спорту, культуре передаем в округ. Округ берет на себя очень жесткое обязательство под мою личную гарантию. Полномочия по ЖКХ, значит, под мою личную гарантию, что предприятие объединенных котельных и тепловых сетей никогда не будет в частных руках. И с выделением оттуда и передачей городу управляющей компанией, ну, потому что город ей будет дальше как бы заниматься и обслуживать жилые дома. И с необходимым укреплением материальной, технической базы этого предприятия, ну, то есть это управляющая компания, она уходит в город, ПОК переходит в округ. Так, и устанавливаем переходный период на 2015 год по образованию. Значит, по дорогам мы договорились о следующем. Ну, то есть, благодаря взаимодействию наших специалистов вывели следующую формулу. Округ, ну, то есть, регион должен установить перечень региональных дорог и дорог местного значения. Мы договорились, что мы совместно определим региональные дороги, соответственно, местными дорогами, ну, то есть, дорогами местного значения будет заниматься город, дорогами регионального значения будет заниматься округ. Не скрою, сложно дались определенные решения, но взвесив и текущую ситуацию, да, и начатую уже работу по сферам жизнедеятельности, вот принято такое решение, и мы достигли таких договоренностей. Я хочу поблагодарить и выразить дальнейшую надежду, что, несмотря на разность, еще раз скажу, там, политические партии, политические взгляды, у нас у всех есть понимание, что мы все одна команда, которая называется Ненецкий автономный округ, и что у всех у нас на самом деле цель-то одна. Это качественное повышение жизни жителей Ненецкого автономного округа. Поэтому мы обязаны спорить, доказывать друг другу на этапе там, принятия решений. У нас должны быть разные точки зрения. Тем не менее, принятые решения мы должны совершенно четко исполнять. Я благодарен руководителям органов муниципальной власти за конструктивную работу. Порой мы были излишне эмоциональны,
Но самое важное, что нами двигало исключительно желание сделать жизнь нашего населения и вывести его на более качественный уровень.